Ваня Штырков, Миша Рогозин, а Артур Караваев. Артур Караваев бьется в первой паре сразу. Я в восьмой, а Иван Штырков в 12-й, предпоследний. С Мишей мы давненько уже знакомы. Ну, лет 7 точно, может даже побольше. Постоянная поддержка друг друга, особенно в такие моменты, когда бесогон начинается. Это вообще отдельная тема. Это очень важно, чтобы рядом был человек, который да просто даже полотенце под голову положит. Но Артур у нас выходец из бокса. У него есть такое качество, его визуально не понять, когда он устал, а когда свеженький. Это очень психологически давит соперников, я думаю. У Ивани он взрывной, быстрый для своего веса, скоростной. И удар, конечно, тяжелый. Но у Миши стиль боя стандартный, рукопашный, модернизированный ММА. Одно из таких для меня сильных его качеств является то, что он является моим другом. Вот. А если я так считаю, значит, этот человек не похож на других. Значит, с ручкой не вставай, не вставай, Миш, двигайся. Двигайся, да, двигайся, движение. На самом деле лучше самому выходить и драться, чем сидеть, болеть за своего друга. Ты сам вроде бы бессилен, ничего сделать не можешь, а всей душой и сердцем хочется помочь своему другу. Да, тяжело, даже тяжелее, наверное, чем самому выходить драться.